Милана вот-вот прибудет. Точно? Нет, но это все, что я могу. И времени остается все меньше. И как только они засекут Милана, они откроют огонь. Ну, я включил на нем бесшумный режим. Но кто знает, что за сенсор у Рейкера на этой штуке? Не сможем вечно убегать. Нужно отрезать им путь, или мы погибнем. Так, у меня идея. Спровоцирую перегрузку в аккумуляторах и устрою им бабах. Насколько большой бабах? Самому интересно. Отвлекайте их, а я все заминирую. Подхвосты здесь. Мне нужно время. Не подпускай их близко. Я тут справлюсь, друг. Помоги остальных. Бежи! Конец близок! Сделай больно! Но думаешь, там как-то громко? Да, здесь громко! Так, швыряй! Такое ощущение, что я палю в него уже вечно! Крепкий гад! Придется постараться как следует! Вот где Гамора, когда она нужна? Говорю же, не командная на игрок! На себя-то посмотри! Кто от нас уходил? Отвлеки их, друг! Вы уже готовы, штаты? Если бы все было так просто! Друг, время обнимашек! Еще один фанатик готов! Их настойчивость не доведет до добра! Вперед, Рак! Никакой пощады! Закончим битву! Один нормальный взрыв и все путем! Так! Этот готов! Отвлекай их дальше, а я займусь следующим! Не знаю, насколько меня хватит! Постарайся! Я не чувствую благородства в этой схватке! Внимание! Важнее благородства! Крил хвостом, клянусь! Если ты тебя меня подстрелишь! Не бойся, мы тебя прикроем! Спокойней, не стал! Я не тороплю, но... Вот и не торопись! Вперед, Крут! Давай лупи! Я убью тебя! Ну давай, пусти меня! Ты тупая квантовая кастрюля! За хвост тебя три раза! Мне это не нравится! Я тут справлюсь, друг! Помоги остальным! Минус один сектант! Бежи, друг! Смотри, ракета! Не опасно стрелять рядом с этими штуками! Хороший вопрос! Юрий, мы, наверное, не взорвем! У
меня когда-нибудь не получалось что-нибудь взорвать? Верующий пал от моей руки! Это будет мощно! Бальзам для моих ушей! Рассредоточьтесь! Тут же полно места! Просто... готово! Я заминировал! А теперь валим отсюда! Сколько у нас времени? Я перестарался! Году! Нет! Нет! Ракета, и где? Году! Куда он ведет? Туда! Туда! Наружу! Черт! Так, держимся вместе! Да ладно! Надо вернуть.